Невской, улица Пионерская и в центре города. Ограничение движения связано с празднованием Дня государственного флага Адыгеи. И последнее, аналитики изучили, как часто и какие смайлы используются в социальных сетях. Самыми популярными стали три иконки. Оранжевый огонек, его опубликовали почти 3 миллиона раз. На втором месте красное сердце. И замыкая тройку смайлик, плачущий от смеха, его отправили почти 2 миллиона раз. Речь идет именно о российском сегменте интернета. Зашли выпуск о курсе валюты погоды. Доллар 64,67, евро 72 рубля 1.
Времена идут, времена пугающие, интересные. Ведь мы наблюдаем сейчас прям в открытую, ну, над автомобилем пролетающую или летающую тарелку. Да, она синеватого цвета, но многие из вас, наверное, подумают, какого нафиг они здесь взялись? Ведь Крым такой приятный, красивый, можно отдыхать. И тут раз, летающая тарелка. Конечно, многие скептики отнеслись к этому видео, ну, как-то несерьезно. Начали комментировать, что это всего лишь воздушные, как змей, или шары, или дроны, которые люди просто шутят и дают там, типа, знаете, популяризацию, там, типа, популярности получить. Но... если присмотреться, парень снимал с двух ракурсов, слева и спереди, ведь этот объект скорее его облетел или, пролетая, он решил его преследовать и снимать. Многие люди также снимали, но это были в США, в Китае и в других странах. У нас это впервые прям так близко засняли. Объект НЛО, который пролетал в Крыму, можно сказать, напугал всех автомобилистов, возможно, даже прогнал с пляжей. Если, конечно, люди видели и, конечно, засняли, то это будет круто, если вы мне скинете. Ну, а еще интереснее кольцевой какой-то неопознанный объект НЛО. Меня это заинтересовало, ведь это, возможно, друзья, и есть открытое портало в другое измерение. Ну или наподобие того. Ведь это видео было сделано по пути Симферополь. Ученые и люди, которые это видели, они не могут даже просто объяснить, но просто говорят, что что-то нечто нечеловеческого формата. Да, я прекрасно это понимаю, ведь это интересно и пугающе. Я созвонился со своим другом с Крыма, да, он подтвердил информацию, и было такое, но почему-то резко потом испарилось. Видео всего лишь около недели, я думаю, за неделю никакой, как говорится, такой пугающей информации еще не случилось. Но, как видим, мы наблюдаем интересные картины. Летающие объекты, кольцевые какие-то пришельские там артефакты. А возможно, это и есть артефакты, а может даже хуже. Ведь мы видели роботов гигантских вчера. Лишь бы сегодня их не увидеть. А вдруг они появятся где-то здесь на Земле. И может это открытие портала в другое измерение. Все может быть, друзья. А еще интереснее, если вы ставите жирные лайки, пусть люди видят, и поделитесь информацией. Будет удивительно, если это так на самом деле. А с вами был я, Алекс, друзья. Всего доброго, пока.